Здравствуйте, это программа «Перекресток». Меня зовут Евгений Макиевский. Сегодня подведем итоги сезона континентальной хоккейной лиги для хоккейного клуба «Северсталь» и для молодежи, и в молодежной хоккейной лиге для «Алмаза». Николай Конаков, директор хоккейного клуба «Северсталь», у нас в гостях. Здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые зрители, болельщики. Да, спасибо большое за очередной подарок. Вы с пустыми руками не приходите. Подарок. Специально сделан для лимитированной серии для плей-офф, поэтому... Красиво, да, спасибо. Ну, вот такую точку мы сегодня и поставим. Давайте подведем итоги сезона, каким он все-таки был для «Северстали». Сезон был сложный, да, но по итогу получилось очень все замечательно и, можно даже сказать, прекрасно. Три команды, основные команды хоккейного клуба «Северстали» — это «Металлург» молодежно, «Алмаз» и «Северсталь» — все вышли в плей-офф. С достаточно хороших позиций, шестых мест. Там, «Металлург», у них несколько другая система плей-офф, они там вышли с девятого места. В принципе, такого результата не было в истории хоккейного клуба. Вот. Что можно еще сказать? Что не получилось, можно сказать. Что не получилось? Ну, кубок завоевать не получилось. Это ну, так. Кубок — это очень сложная ситуация, сложная. Должны сойтись все звезды. Пандемия, конечно, нанесла некий сумбур в действии, но, тем не менее, структуры клуба и работники клуба с этим справились, и основная команда вышла в плей-офф и, соответственно, билась до последнего с «Динамо». 3 секунды в третьем матче решили всю серию. Но задача, которая была поставлена перед клубом, она выполнена? Выполнена, да, в полном объеме. Остальное, как говорится, вишенка на торте. Это да. Что касается пандемии, экзамена, насколько достойно вы его выдержали? Были ли потери, были ли, наоборот, приобретения? Ну, по ходу сезона были потери, но я так понимаю, что мы совместно с медицинской, с нашей службой готовились к этому. Да? Роспотребнадзор очень хороший вклад внес в это дело, поэтому мы очень основательно подошли к этому, и у нас крайние заболевшие были только уже в октябре. После вот ноября никто не болел, и все ровно шли и готовились уже к плей-офф. Ну, как-то вот в связи с тем, что и зрители сначала ограничены. Да, зрители, без зрителей, конечно, очень тяжко, находясь на стадионе, смотреть хоккей. То есть тишина, гробовая тишина, она очень как-то угнетает. Ну, понятно, что тренеры, игроки это, может быть, замечают в меньшей степени, но тем не менее. Но тут еще такой фактор, что вот у нас не было 10 или вот 9, что ли, матчей без зрителей домашних. И мы их все выиграли. Некоторые скептики или пессимисты, я не знаю, как по-разному к этому относятся, говорят, ну, может быть, без зрителей. Но нет, зритель нужен. Зритель – это, можно сказать, шестой полевой, без него никак. Поэтому была поддержка и в сетях, там, и письма писали. И мы старались, ну, не то что старались, мы организовали поездки в Ярославль, вывозили наших болельщиков на автобус. Там, по крайней мере, было ограничение, но зрители допускали, поэтому в Ярославль ездили. Открытие и разочарование сезона. Может, какие-то матчи удивили, может, какие-то персонали удивили, разочаровали? Ну, самое главное открытие нашего сезона – это Гуслистов. Наше молодое дарование. Он еще год назад только закончил хоккейную школу, 2002 года рождения. И прям карьера у него в этом году прям взлетела. То есть он и как самый молодой участник матч, да, даже был капитаном, два матча, был капитаном с командой «Северсталь», самый молодой. Самое главное, что он хет-трик сделал, забил 3 гола в одном матче, даже против именитого Дацука. То есть тут тоже это все телевизионные каналы и информационные агентства облетело эта новость. Вот это, да, наше
наше будущее, там, за него надо держаться, и, соответственно, мы за ним держимся, и в следующем сезоне он уже будет, можно сказать, основным игроком основной команды. Разочарование, да, конечно, есть, это вот уже упомянул, матч серии плей-офф с «Динамо», когда 3 секунды, и Дмитрий Кагарлицкий решил исход серии. Повернись чуть-чуть по-другому, и этот матч бы мы выиграли, не знаю, как там сложилось дальше. Ну, кстати, о школе «Северстали», давайте в таком в глобальном и в узком разрезе. Школа «Северстали», Кагарлицкий, Шипачев активно забивали «Северстали» в матчах плей-офф. Вы говорите, что Гуслистов яркая звездочка. Насколько школа «Северстали» сейчас работает вот в широком плане и как учреждение в этом году, как они отработали? Ну, школа – это такой долгий механизм. Сами понимаете, что это не один год даже, там 10 лет. Ну, вот один... Гуслистов, видите, вы сказали. Нет, ну он же прошел же нашу школу, но он прошел через такие тернии. Он же не Череповецкий, он же вот из Хохлова. Соответственно, ездить, вот он там, у него было небольшое интервью недавно, он там рассказывал, что там бабушка возила, там, и, представляете, да? Ну, то да. Есть, если человек поставил уже в столь юном возрасте такую цель, то, в принципе, ее можно добиться. Понятно, что у нас таких Гуслистовых выходит, ну, скажем так, раз в 2-3 там, или в 4 года. Там, предыдущий наш выпускник – это Бучневич, сейчас играет в НХЛ. Поэтому тут, скажем так... То есть за школу не стыдно? За школу не стыдно. Но вопрос только в другом, что если вот в современной истории, да, хоккейный клуб на высшем уровне, вот сколько, 20-25 лет выступает, да, и у нас были и серебро, и бронза еще далеких 2001-2003 года. Но при этом мы постоянно боремся, там, выходим в плей-офф, но это, скажем так, мы золотой середнячок. Поэтому вот наш уровень – это вот быть крепкой командой, но при этом сейчас вот уже упомянули о фамилиях, а их гораздо больше наших череповецких воспитанников, которые играют в топ-клубах и которые как раз борются за кубок Гагарина. То есть, может быть, наша миссия – это то, что воспитывает таких череповчан, да, которые будут прославлять наш город. Вот послушайте трансляции матча, там говорят, что вот там череповецкая там дружина, там пятерка, там. А двойка вот эта, которая наводит шорох, Кагарлицкий, Шипачев, это вот тоже о многом говорит. Да, комментаторы не забывают напомнить, что вот воспитанники череповецкого хоккея. Поэтому традиции у школы есть, и школа работает. Как в пандемию она поработала? Ну да, были ограничения, мы все лето сидели, скажем так, в изоляции, потом где-то вот в конце августа, начало сентября начали выходить старшие возраста, ну, дети уже пошли, когда все в школу пошли, тогда и пошли дети. Но тоже повлекло, ну, наложило отпечаток, да, о том, что нет летней подготовки. То есть это вот летняя подготовка есть фундамент на весь сезон. То есть это каждый тренер, там, 10 возрастов, скажем так, выкручивались как могли и пользовались той или иной ситуацией. Очень много было переносов игр. Даже в школе, там, то есть бывало то, что нам ехать там через 3 дня, нам звонят, говорят, все, мы на карантине. Вот. И то же самое и с «Металлургом», и с «Алмазом» были переносы игр. Особенно вот «Алмаз» играет, раз там Рига есть, все-таки за границей Евросоюз, так 2 раза матчи переносили. Ну, но выдержали. Вообще, конечно, конечно, на ваш взгляд, конечно. Вообще, как вот этот сезон КХЛ вы бы охарактеризовали? В целом, как в целом, да. В целом, как. Ну, это такой был, скажем так, напряженный экспериментальный сезон. То есть тут на ходу, мне так кажется, лига принимала решение. То есть это не случайно переезд, например, китайского Кунгуня в Мытищах. Да, в Балашихе играет «Авангард». «Авангард» играет по другим причинам, но тем не менее. Вот. И Йокери тот же самый, они долго мучились, то есть там не то, что они там сами какие-то правила придумали, у них есть свои государственные, там, федеральные там, правила, по которым там пересекается граница и допускается лица там, проведение спортивных мероприятий. Поэтому они тоже пошли навстречу, и, например, матчи плей-офф они
ну, знаете, что играют дома и на выезде. Они все матчи плей-офф с Локомотивом играли в Ярославле. Ну, очень много таких моментов. Но, тем не менее, тоже можно сказать спасибо лиге, что она не остановила чемпионат. Чемпионат все-таки состоялся, потому что мы еще в августе думали, что может и не начаться. Или вот как... Не только вы думали, много об этом и говорили. Да, мы и говорили. НХЛ тоже должны были начаться в октябре, но начали только там, 15 января, что ли. То есть они 4 месяца сидели. И у них сейчас чемпионат сдвинулся, а у них только финалы будут в июле месяце. Ну, мы сейчас с оптимизмом смотрим на следующее. Ну, вот на фоне всей мировой ситуации, мне кажется, мы так вообще тут в фаворе находимся. То есть Россия и... О будущем чуть попозже поговорим. «Алмаз». Чем порадовал, как у них сложилось? У «Алмаза» тоже очень есть заметные... Ну, традиционно 12-й сезон подряд «Алмаз» выходит в плей-офф. То есть это остались в лиге только две команды, которые за всю историю существования лиги выходят в плей-офф. На Востоке это «Лисы», как они называются? Стальные «Лисы», да, из Магнитогорска. А на Западе это ЧВСКА «Алмаз». То есть история как бы продолжается, и мы ее там вершим, эту историю, соответственно, и это тоже одно из показательных. Еще могу сказать, что из «Алмаза» пятеро игроков, именно, которые были заявлены за «Алмаз» и планировались играть в «Алмазе», они были привлечены в «Северсталь». И, соответственно, Андрей Владимирович разглядел что-то в них, в этих ребятах. Там Неволин, Рогов, там Чижиков, Гуслистов, там Казаков, Каримов. Они все уже поиграли и почувствовали порох КХЛ. Даже не то, что одну смену там сыграли. Бывает такое, что там берут лимитчика, и он там одну смену сыграл, и все. Они голы забивали, они там передачи делали. Чижиков уже был в основе и играли в Минске. И очень серьезную травму получил. То есть у него там плечо, операцию делали и так далее. То есть он начал хорошо, с оптимизмом и большой энергией. Ну, так случилось. В итоге он вернулся только в «Алмазу», когда «Алмаз» подходил к своему плей-офф. Поэтому думаю, что 5-6 человек за сезон, которые как бы не планировались, но они появились. Но это тоже в связи связано с пандемией. Кто-то заболел в основной команде. Угу. Это все вот так вот и случилось. Чем сейчас занимается команда? Команды. Команды. Ну, «Северсталь» традиционно, да, сезон был сложный для всех, да, плей-офф, много отдано сил, их, соответственно, распустили. Ну, сразу могу забегу вперед, что 12 июля собираемся традиционно, там медицинские сборы, 15 начинаем к тренировкам приступать, первые там две недели будем в Череповце, то есть по опыту прошлого сезона, то есть в Череповце на своих спортплощадках, то есть стадион «Металлург», стадион «Алмаз», будем ну это первый сбор называется, потом едем план в Белоруссию на две недели, так как границы открыты, в принципе, там возможно все это сделать. Планируется турнир в Уфе с 10 по 13 августа. Уже приглашение есть, мы подтвердили. И традиционный турнир Пучкова в Санкт-Петербурге, там уже перед стартом чемпионата. Предварительная дата старта чемпионата 2 сентября. Вот. «Алмаз», им после крайних матчей плей-офф дали передохнуть, они две недельки отдохнули, а сейчас вот собрались, и они совместно с «Металлургом» проводят тренировочные мероприятия. Раз в два дня играют двухсторонние игры. В принципе, смотрим молодежь, кто-то там еще и школу подпитка дает, поэтому до конца апреля «Алмаз» и «Металлург», они тренируются. Еще на льду. Да, сборы у них начинаются чуть раньше, чем у «Северстали». Это конец июня, там 27-го, что ли, они, да, собираются. Медосмотр, как традиционно, потом «Алмаз» едет в Адлер. Там тоже традиционно предыдущие годы, ну, не считая предыдущего. Они там проводят летний сбор там две недели. Возвращаются, турнир Беляева будет в сроках с 27 по 30 июля.
То есть наш турнир вы все-таки планируете? Да, да. Это основной турнир молодежный, где мы можем посмотреть нашу молодежь, кого-то может привлекать. Ну, соответственно, это первые матчи, где уже приезжие команды будут, можно там какие-то силы. По идее, это просто предсезонная подготовка, то есть это тренерские решения и так далее. Мы уже знаем, что Андрей Разин остается главным тренером команды. Остается ли он генеральным менеджером? Ну, генеральный менеджер – это широкое понятие. То есть тут в рамках своей команды «Северсталь» он, да, остается генеральным менеджером. Ну, понятно, что там коллегиальное решение, то есть это тренерский совет, там тренер-селекционер, в том числе и директор клуба, потому что он подписывает контракты, поэтому тут единолично решений он не принимает, но тем не менее, вот за подготовку или поиск кадров для «Северстали», ну, он инициатор. То есть отдельного человека брать вы не будете? Ну, если система как бы работает, она показала, поэтому мы решили пока, может быть, людей, которые в перспективе могут занять эту должность, там, чтобы они набрались опыта, показали себя, мы могли бы там рассмотреть ряд кандидатов там, или вариантов. Поэтому время, в принципе, есть. У нас сейчас запланирован некий двухлетний цикл, да, раз контракт у Андрея Владимировича двухлетний, и, соответственно, мы вот под этот двухлетний цикл пытаемся и строим планы, в принципе, и вот команды. Насчет планов, да, есть ли уже контракты подписанные? Ну, хоккеисты, понятно, что на итоговой конференции было заявлено, что хотим сохранить костяк. Соответственно, мы над этим работаем, и сейчас вот тут идут ряд подписаний тех, кто у нас, точнее, мы единственное, кого можем подписать, это те, кто у нас сейчас на контрактах. Мы можем продлить отношения. Уже было озвучено, что Хабаров Макар остается у нас на 2 года. Из самый актуальный вопрос — это Подъепольский, вратарь, на 2 года остается. Адам Лишко на сезон. Так, Морозов на 2 сезона. Гераськин на 2 сезона уже подписан. И плюс есть уже контракты, которые еще действуют, ну, с прошлого сезона. Это такие как Вовченко, Тихонов, Думбадзе. Бюджет клуба определен на следующий год, и будет ли он как-то меняться? Ну, вопрос, бюджет клуба традиционно из года в год у нас один и тот же. Поэтому что-то там о нем сказать я не могу. Есть и плюсы в этом, в том, что основная позиция или задача там, как хоккейного клуба, так и нашего акционера ПАО «Северсталь», в том, что у нас стабильные выплаты, никаких задержек, выплаты все день в день. И все, что мы обещаем, мы платим. Тоже опять могу сказать словами известного сериала: «Ланнистеры всегда платят». Поэтому это тоже немаловажный фактор для выбора хоккеистов своего места работы. Николай Конаков, директор хоккейного клуба «Северсталь», был у нас сегодня в гостях. Мы подвели итоги хоккейного сезона для «Северстали». Ну что ж, встречаемся уже, наверное, в сентябре, когда стартует следующий хоккейный сезон. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо команде. Очень приятно. Всего доброго. Да, до свидания. Это была программа «Перекресток». Увидимся.